Всем привет, меня зовут Владимир, и мы продолжаем с вами играть в игру Fallout 4. Со времени прошлой серии я провел генеральную чистку у себя на базе. Да что ж такое-то, блин, ты давай прогружайся уже, потому что ну фризы вообще невозможны в этом городе. Так, провел генеральную чистку и решил, что, наверное, так оно будет лучше, чем каждый раз просто тратить на это время, а мы не тут пришли, кстати. Поэтому мы, наверное, так и будем делать. Если что-то мелкое, мы, соответственно, будем уже тут предметы какие-то продавать, какие-то хлам убирать и так далее. А если глобально, как вот у меня было, да откуда такие проседания пойти могу? Опа. Встань. А если какие-то глобальные, то, соответственно... Да почему патрон не показывается? Ну, соответственно, я буду делать это между сериями, я думаю... Подожди, я как супермутант. Отстань. Вот, а рейдеры, они обычно богатые. Чтоб не тянуть время, я думаю, это будет гораздо интереснее. А тут мы будем уже конкретно не отвлекать от игры. Здорово. Йоу, твою за ногу, да что ж такое-то, а? Чё сегодня часто не так? Где ты, тварь? О, генератор. А, вон он. Нет, все, пока. Ты мою барбоса, что ли, бит? Опа, граната. Еще посмотрел. Хотел получать все-таки. Подожди, а нахрена нам это все брать? Это чушь, дешевка все. Где она, предметы? Одежды. Так, это ладно, оставим. Кожаную выкинуть. Все. Не будем это бросать убирать. Попутно прикупил маленько патрончиков. По деньгам мы все вообще просели. У нас их просто нету. Ну, есть там маленько. Но, по-моему, даже на один патрон не хватит. Так, патрон. Молотова. Вот. Нет, брать не будем это. Мы будем поднимать только оружие и боеприпасы. Ну и что-нибудь ценное, соответственно. Да откуда такие... Попутно то, что мы в прошлой серии выбились с лебедя, я выкинул у себя в этом, в сундуке, потому что веса он занимает много, драться мы точно не будем без брони. И что самое обидное, не получилось у меня все-таки улучшить, потому что нам, как вы помните, нужен следующий уровень, чтобы мы могли прокачать скилл, который необходим для улучшения. Так, а куда идти вообще? Короче, боевая зона, но в чем проблема, так нам туда тогда надо. А, вон, комбат-зон, так, понял, понял, это же двери, я думал, тут ничего нету, так, сохранимся, и поперли, все, вот сейчас мы тут раскидаем всех и все, ну-ка давай, капсумир, а на следующем уровне я вас еще буду брать и просто выклёстывать всех молотком, кто не согласен, бац в челюсть, чё тут, нет, нормально, так, подожди, так, погоди-ка. Вот, конечно. Погоди, так а вы кто? Вы рейдеры, нет? Так, если вы рейдеры, я вас лично казню. Если нет, правила брикерса какого-то. Если нет, то я вас спасу. Комбат-зон. Чё такое? Пошли, подеремся. Если мы его не взломаем, да? Подожди, а чё нет? У нас уровень все равно просто так стоит. Давайте уж так о чем. Хакера посмотрим. У нас, по-моему, первый уровень есть. Ой, как что-то. Так как-то. Тут не хватает. А, нет, тут, кстати, хватает фанки. Ну да ладно. Кузнец. А где хакер был? Наука нам не хватает. Уровня. Сейчас быстренько найдем хакера. Хакер. Вот хакер, да? Средний. Да, подтверждаю я это. Потому что уж... Так, мы что, сохранились? Нет, сохранились. Вот теперь мы можем. Так, давай смотреть, что у нас тут есть. Давай так. Одно совпадение. Можно вот с этим. Да, два совпадения.
Так, что у нас с этим эскейпом? Буква Е совпадает. Буква С совпадает. Понял. Это было не оно. Давайте скобки поищем. Надо восстановить попытки. Там неверный вариант убрать. Что, скобки-то где-нибудь нет сегодня полезные? Надо бы как-то сделали, что? Наоборот, блин, не сложнее я терминалы могу взламывать, а чтобы у меня просто терминалы проще взламывать. Зачем скобок нет тут вообще? А вот есть, так, вот давай. Вот это мы сейчас таким. Что мы сделали? Верный вариант исключен. Ну. Исключить ты молодец, исключил, только мы его проверили. Вот, давай еще скобку туда. Все, еще неверный вариант исключен. Хорошо, давайте еще скобки поищем. Вот еще скобка. Еще, блин, да мне попытки бы восстановить. Давайте поищем еще скобочки. Да ты, блин, хакеры вы недобитые. С теми мы сейчас побеседуем. Так, ну, с другой стороны, а что? Блин. Давайте посмотрим. У нас Мичаэль, да, совпал? Давай, Биком. Бекомис. Вряд ли. Секшн. Тоже вряд ли. Матерс. Тоже вряд ли. Вряд ли. Вот это возможно. Yes. Да. Отлично. Управление дверью. Открыть. Открыть. Все. Так, ну чё, я тут, подождите. Кто устояк возьму, кофейник возьму. Сейф, а, ну да, это мы, конечно, не откроем. Так, что, конечно, подружиться? Да собака, твою мать, видишь, с людьми разговариваю. Блин, подожди, так чё, вы рейдеры, что ли? Ну-ка. О, тебя тут полюбят. Так, Бублик, иди туда. Заколебал ты меня. Все. Блин, уже бесить начинает. Смотри, ну бабу будем убивать последнюю, смотри. Ну и пошла ты. Буду с тобой еще разговаривать, ничего у тебя тут нету. Тоже ни хрена нету. Ты пошли, меньше рейдеров. Нам лучше. Так. Подожди. Ну погнали! А чё? Есть тут кто? Чё тут есть? Ничего у тебя тут нету. А чё ничего нету-то, блин? Чё за ботва? Бойцовский клуб, я сейчас там выйду, блин, все тут. А теперь понеслась. Я зря мы это сделали. Наверное, мы совсем это зря сделали. Так, иди отсюда. Потом мы вас подберем. Хотя, подожди, а что потом? Так, дробовик, это все ерунда, все. Так, что у тебя тут есть? Подожди. Ты гранату-то забудь вообще, что такое. Так. Ох, тут собака! Псина. Нифига себе. Ты что, классный шлем? Миф такой. Так, где еще тварь стреляется? А, вон она. Кстати, между прочим, вот это очень удобная штука. Отлично. Когда не можешь найти... Опа. То вот этот вот ват очень сильно спасает. Ладно, убежал он. Сейчас догоним. Ничего страшного. Так, нож, патроны, пистолет. На тебе. Пуляется у меня. Так. Ладно, сейчас зачисточку сделаем.
Так, поговори с Томми. Подожди, подожди, подожди. Подожди, а это... Ладно, сейчас посмотрим. Я-то думал тех спасти, а это какие-то, блин, смотри, морда разбита, думал, блин, сейчас людей спасу, а они как начали мне тут грубить, думают, эй, пошли, вы что, меня спасать, вы злые. И очень нехорошие люди. При этом, заметьте, очень смело, я думал, голову молотком разнес просто. А баба-то не сдалась, сказала, да пошел ты, отвали ты. Так. Слушай, я не знаю, кто ты, кто из вас вышел, что там, ну что там он? А что, что, поболтать надо или что? Нет еще, подожди. Ну, убивай, закончи, сейчас, подожди, с тобой разберемся. Может, я тоже надо будет завалить. Так, патрон. Вода, поднос не надо. Адептул. Все, мы сейчас начинаем уже, заметьте, выборочно смотреть, да, ё-моё. Так, опа, опа, опа. Чашка, слушай, лампа, поднос. Прихватка не надо, грязная вода нужна. Так, банки надо взять, алюминиевые, жестяные. Это все чушь. Что тут есть? Ничего тут нету. А, пюре возьмем. Яблочки возьмем. Что тут есть? Ничего тут нету. Тостер возьмем. Плитку возьмем. Банку возьмем. Ты что там орешь? А ты заколебал? Иди сюда, иди сейчас это. Что тебе надо? So you wanna talk this out like civilized folk? Or are you just gonna bash on my theater some more? Так, ты вообще кто, блин? Ну... Нифига ты страшный. Ты кто вообще такой? Давай. I don't know. Seemed quite the performance from where I was standing. Are you fucking high or something? Why am I asking? Of course. А я убил, больше нравится ты куда дерзкий. А, так кто же рейдер? Подожди, так ты чё, блин, типа этот, гладиаторский вейп устраиваешь? Это твой гладиатор или как он тебя? Даже не знаю, то ли расцеловать тебя, то ли скормить кишки твоей моей пташки. Я же просил так меня называть. Слышь, а ты кто такой вообще? Что это? Вы живы только благодаря мне. Могли бы и спасибо сказать. Спасибо. После того, как ты, мы остались без источника средств существования. Ну уж извини меня за то, так понятно. Это были не самые дружелюбные люди, но наше заведение существовало только потому, что развлекало этих идиотов. Да пошли нахер, новый приду. Сейчас немного отдышусь, и можно будет продолжить. Отдышишься? Что? Для чего? Чтобы вколоть себе еще одну дозу этой дерьма? Нет, нет. Знаешь что, кажется, так даже к лучшему. Тебе удалось увидеть финал боя. Что думаешь о Кейт? Да я чуть наел ее, что ли? Ну ладно, у меня талант, это сразу видно. Видишь, люди сразу понимают, что у меня талант. Меня беспокоит не твои боевые качества. Вот моя проблема вкратце. Я внезапно лишился зрителей, а не зрителей, нет и крышек. Ну-ка, ну-ка, поподробней. А если ты не приносишь мне крышек, пташка, то ты не статья дохода, а бремя для меня и для самой себя. Давай мне ее напарники пойдет. Поэтому я подумал вот о чем. Может, я устрою тебе ее контракт, уступлю, а она пойдет с тобой, будет тебя прикрывать. А я тем временем все тут почищу и делаю в лучшем виде. Ну что скажешь? Я с ним. Ну-ка, а что она думает? Я хочу узнать, что думает Кейт. А мое мнение тут роль не играет. Нет, на то и существуют контракты. Кроме того, зачем тебе тут оставаться? Зрителей нет, крышек нет, поговорить не с кем, только со мной. Ну, так это страшно, капец. О боже. Да, убедил. Молодчина. Ну вот она и согласилась. А ты как? Ну я согласен, если я и платить не буду. Так, значит решено. И еще вот, возьми призовой фонд за прошлый бой. Плата за истребление вредителей. О, ты смотри-ка. А ты, так, понятно. Насчет меня не беспокойся, я тут все приберу, может, привлеку менее злобных клиентов. Ну все, убирайся отсюда ко всем чертям. В принципе, мужик тут вот оказался, а я-то думал, сейчас мы его валить будем. Давай. Так, слушай, че, побюха? Да. Так, слушай, давай посмотрим. Я тебя дура одеть хочу.
Битый, блин, она. Ой, блин, давайте хоть оружие какое-нибудь дадим. А, так. На тебе дробовик и на тебе пистолет. Вот так. Пистолет, наверное, где? Пистолет, наверное, даже нет. Дробовик, наверное, одень. Так, одежда. Одежду мы сейчас соберем. Вот давай, наверное, вот это тебе даже. Одевай. Так. А, больше тебе ничего не дам. Все, взяла. Так, подожди, патрон, стимулятор, пистолет. Так, мы сейчас вот это все вообще возьмем. Иди сюда. Hey, Kate. So, you're ready to head out? Подожди, обмен, I давай-ка. Just trade a few things. What am I? A bank. Ты заколевал, откуда такая дерзкая? Мои предметы, оружие, одежда. Так, на. Одевай сразу. Панталоны, на. А мы сейчас все перекинем сначала. Кстати, мне, по-моему, саму снизу нужно. Ну да ладно. Нет, слушай, ее корсет, по-моему. Так. Противогаз, маска. Нет. Так. Нет, нахрена это. Дробовик бери. Нет, святого лучше. Все, пускай остальное барахло у тебя будет. А я пойду пошарить, что у вас еще есть. Так. Давай деньги, сигары. Да все берем. Че нет-то? Мы не безливые, мы возьмем все. Скальпель. Копейник. Так, а кто со мной теперь? Собака, да, собака со мной. Так, мы тут были. Вот тут. Это ж патроны. А, нет, это кексы. Так, подожди. А у меня вопрос такой. А я могу теперь двоих? Опа. Симулятор. Не. Камера. А мы сейчас, наверное, кстати, собакену все-то скинем. Вот это возьмем все, скинем собакену, и пойдем скейт. И сюда собака. Бублик. Обмен. Так. Значит, смотри. Давай вот это все тащи туда. На базу, а мы сейчас скейт погуляем. Боеприпасы. Тут оружие где-то было. Туда. 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 Это оружие? Ладно. Туда. Все, теперь пошли, Кейт. Надеюсь, он не перекинет тебе все это. Okay. So, you're ready to head out? Да, погнали. Ready. About time I got out of this place. Let's go. Don't look at me that way, you dirty little mole rat. Мелкий, грязный. Псина. Так, давай-ка, давай, красную ракету. Да. Все. Так, ну-ка дай-ка посмотри, что у тебя там есть. А, нет, все нормально. То есть ей ничего такого левого не кинули. Так, ну все. Ну что, типа зачистка была? Назовем ее так. Клуб. Зачищенная, Бостон. Станция Парк Сити. А, блин, я вспомнил, мы же вот сюда хотели, где. Да-да-да-да-да. Мы ж так. Подожди, а мы тут были. Канализация мы были. Мы там не были. Так, уходим и идем туда, точно я вспомнил. Туда хотели, потом нас что-то отвлекли, и я уже забыл даже, чего хотел сделать. Так, ну с этим мы разобрались. Погнали. Ну, в принципе-то неплохо, у нас снова напарница появилась, правда, такая дерзкая. Тут, с другой стороны, будем надеяться, что с ее дерзостью она будет просто рейдеров убивать, и она их, я так смотрю, сильно недолюбливает. Все отлично, вообще просто все супер-пупер. А собачка пускай отдохнет маленько. Тем более мы ее нагрузили, пускай она ждет у нас у ракеты. Так, а мы поехали. Куда мы поехали? Вот туда мы поехали. Полетели. Там мы, по-моему, не были. Нас отвлекли, так, а что-то мы вообще там потерялись, куда-то ушли, непонятно куда. Непонятно, что мы вообще делали. Так, выносливость определяет вашу физическую подготовку. От нее зависит максимальный запас здоровья и расход очков действия на ускорение. А-а-а. Волт Тек. Я, кстати, знаете, что заметил? Пока строил нашу базу,
отстраивал. Я увидел там такой пьедестал для вот этих статуэток. А если я их с тобой таскать не буду, а там поставлю, это засчитается или нет, вы мне скажите? Было бы неплохо. Так, залп, ответ, ну, понятно. Подруга, погнали. Тут был вход слева. Сейчас проверим точно. Нет, точнее, не тут. Подальше. Вот тут, значит, был вход слева. Так, давайте сохранимся. Да, мы тут не были. И давайте вот так. Так, погнали. Видео надо сохранять. Я уже выяснил, что игрушка имеет такие особенности при загрузке нога вылетать. Все нормально. Показал, звука нету. Но опять там шутки сдохли. Я думал, уже как так-то уже новые батарейки, специальные аккумуляторные. О, смотри-ка. Стоп, что это? Что-то рекламное было. Понятно. О, блин. Блин, так-то гули дищи. У них ничего и нету. Погремушка. Патрон, карандаш. А что тут радиация везде? А, так. Мед, полотенце, пакет. Что там сказал, что-то пропустил? Косторез. Не, медведь, там давай это аккуратнее, ты что хоть? Косторезом. Что там, распилишь нафиг? Так. Слушай, ты идешь, нет? Пошли! Фигню там страдает. Что-то орёт непонятно что. Что там гладиатор или кто там, будем тебя, не знаю, как там назвать. Есть 300 спартанцев, а есть вот просто засранцы. И не важно, сколько бы их не было. Чего? Нет, ничего. И тут радиация, да, наверное? Слушай, а ты что там делал? Подожди. Патрон, стол, ложка, ладно. Это у нас манекены. Слушай, а есть радиация? Если у меня рука промокнет, будешь добывать мне что новое? Да без проблем. Я там тебя, в принципе, одену. Оп, роликсы золотые. По-любому роликсы это. А, то есть мы сюда бы и не прошли. Да вы заколебали, вы откуда вылазите-то все? Опа. А тебе еще. Так. Че, крышка, патрон. Все взяли. Ух ты. Че тут че? Ты че буянишь-то, а? Подруга? Давай, испеченная. Иди сюда. Крышка. Да подожди там. Да, блин, патрон. Все взяли. Погнали, погуляем. Так. А, все, сообразил. Ты обойти можно было. Так, иди сюда. Дайте дочку. Опа, терминал. Так, ты спать. Не понял. Вот что такое крепкий. Крышка. Банка. Огнетушитель. Оп! Ща мы взлываем. Не зря же мы прокачивали навык хакерства. Мы вообще молодцы. Так, ну давай, прогружайся. Давай начнем с этого. Нет сходства. Плохо. Есть сходство. Давай предположим, что у нас либо О, либо Е. Фиг там. Ну, кстати, да. Либо О, либо Е только. Это точно не так. Ой, подожди. Блин, я думал, у меня там... Сколько времени? Сколько времени-то? Блокировка 10 секунд также, надеюсь. Да, отлично. Так. Сходство одно есть. Нет. Так. Сейлинг. Нет, вроде. Нужно вот это. Два сходства. Значит, у нас буква О, скорее всего, сходится. У нас сходится, скорее всего... А больше ничего не сходится, как так? А, значит, на букву О, значит, тут надо теперь искать слова, которые с этим сходятся. Точно. Так. Буква О у нас... Стоп. Да, буква О у нас точно правильно. Значит, О начинается с буквы О. По-любому, потому что других слов там больше не было. А как так?
Ладно, давайте по-другому делаем. Поищем. Нам просто и попытки можно было восстановить. И неправильные варианты, в принципе, можно убрать. Вот. Вот, неверный вариант исключен. Вот отсюда он что-то убрался. Так, вот смотри, у нас Октобер есть, и у нас Ковард есть. Что у нас сходится? Походу на расположение плевать, тут, видимо, важно, какие буквы. Вот О, С у нас. Больше она не сходится. R еще у нас есть. Значит, О, С. Скорее всего, вот это слово. Но давайте-ка я еще поищу скобки вот такие. Так, и давайте я еще скобки поищу. По-любому. Вот еще скобка. Так, наверное, что так, давай еще. Еще мне нужно попытки восстановить, потому что слишком далеко мы уже прошли. Тут. Но, скорее всего, слово этот counter будет правильное. Че, нет, что ли, блин? Больше подсказок нету? Обычно. Так, есть. Так, да мы сейчас только вот этим повылазим тут. Хакер же хакер. Так, стоп, что-то вот. Вот еще неверный вариант. Что он дадут вообще классно. Но если сейчас не останется больше ничего, то. А, вот еще. В остальные пыток. Вот, теперь можно контур смело нажимать. А, ну все. Я был прав, но на всякий случай лучше было убедиться, чем опять заново сидеть и искать в этом. Так, замок деактивирован. Открытие дверей. Все, открывай. Тут что-то важное есть, по-любому. Вот. Что это такое? Симулятор. Это что такое? Водка, водка, водяр это сколько? Стой, что я взял? Разное. Блин, что я взял? Что-то я взял, а что я пропустил? Тут аж на радостях хватать все начал подряд, не глядя. Ну так-то, да, тут много чего интересного. О, батарейка. Что я пропустил? Я его что-то в упор игнорирую, она говорит, а я как-то ее даже не слушаю, если честно. Так, стимулятор, вода, стимуляторов-то сколько, ё-моё, ребят, да клондайк просто. Клей, кстати, клей тоже был нужен. Так, что тут еще? Нет, фигня все это. Опа. О, где? А, там кто есть. Так, химлаборатория, подожди, мы туда пока не пойдем. Давайте мы тут все обшарим. Химлабораторию мы тоже обязательно сходим. Ой, химлабораторию, в ту дверку. А скорее всего даже идти не надо будет. Так, вот же, генератор, ну-ка. По-любому тут ядерный блок должен быть, обязан быть. А как нет-то? Опа. А я что-то не понял. А он здоровье восстанавливает или что? Подожди. Оптическая рейдерская броня. Понял, сейчас померим. Шпилька мясом. Так. Подожди, одежда оптическая, вот она. Да, шляпа. Подруга. На, это сейчас оптическую броню дам. Смотри, какой щедрый. Подожди, оружие, одежда вот. Ты. Ты заметь, между прочим-то, заметь, тебе уникальную элитную броню дал. А, ну собственно вот, а мы отсюда вот. Вот он дверь терминал, мы просто обошли. Так, сохраняемся, идем дальше. Нам бы... А, но все равно ничего нету, я хотел починиться, но нет у нас ничего. Это выход, нет? Дверь нет, просто. А то это наручник фигой ничего нету. А вот едет на блок. А почему не могу двоих сразу? Так, вот радиоактивная кровь, ядерный материал, во. А вот я и блок нашел. Все, ядерный блок забрали. И плевать я на всех хотел. Чё тогда волновалась? Ну таракан, таракан. Да первый, ну хотя вообще-то да, я первой серии тоже так дергался, не знаю кто, не знаю себе там. Ёж, там тараканчик такой. Это что, шутка? Ты, подожди, подруга, ты про чё?
А, посмотри-ка. Круто. Да ты молодец, слушай, подруга-то. Так, ты что у нас? Дверь открыть. Просто идем. Главное нам случайно не выйти. Это выход, да? Нет, туда мы не пойдем. Там у нас еще были места, где мы еще не обшарили. Поэтому мы пойдем обратно. Тем более тут я не уверен, что зачищено еще. Туннели. Да, нифига у нас не зачищено, поэтому пойдем. Сказки чего-то. Брута не нам. Так, терминал, да, я даже взлом этим, вот я пойду проще. Чтобы он сейчас на взлом больше времени потратил, чем на то, чтобы обойти. Вот. А, ну да, мы сюда бы и не подошли, по идее, не должны были пройти. Это если бы не было взлома у нас. Значит, мы идем правильным путем сюда. Потому что если у нас взлом не прокачан, ну, то по сюжету мы не должны туда вообще проходить. На тебе, патрон. О, да мы тут не первые. Да, походу, мы тут станем последними, что-то такое. Вот так, ничего не могу взять. Так, пофиг, пускай они там пока воюют, а мы пока проходим, посмотрим, что тут есть, мы тут были. Все, тогда пойдем вперед. Че, подруга? Жалко, что тебе подруга тихона. А кто тебе сказал вообще что-то пить? Жалко, что на тебя броньки нельзя одеть. Я, честно говоря, на тебя бы броньки-то одел тот. Ой, нет. Имеется в виду броню такую же, как на нас. А вот, собственно, и тела, вот, понятно. А откуда тут столько минтов? Это ж гули, это тупые гули. Кстати, да. Вот и все. Сидит там, что-то выделывается. Так, подожди, шпилька. Да чего вы меня отвлекаете-то? А, да, рейдер тоже. Я про что? Бейсбольные мячи вот эти. Там, по-моему, бейсболист был. Надо пробовать ему мячик продать. Возможно, он нам денег что-нибудь за них отвалит побольше, чем простой продавец. Потому что простому продавцу они нафиг не нужны. Тюб. Фона, мать. Что-то я думал, что это подача она. А фанатик этого бейсбола, мне кажется, он нам вполне может отвалить неплохо. Так, это возьмем, металлическая броня. А, подожди, давай вот это возьмем. Посмотрим и подругу оденем. Подруга. Патрон. Стрехните. Так. Иди сюда. Заметил, даже собаки так не свистел, как есть, насвистывает, блин. Эй, иди-ка сюда-ка. Так, вот это, давай-ка вот это ты возьми. А, нифига, что мы нашли? Это прикольно. Подожди, а ты, может, реально можешь одеть, нет? Нет, одеть она не может. Да. Ладно. Я думаю, это получше. Хотя, может, и нет. Ладно. Не принципиально. Она нам все равно, она в принципе не дохнет, поэтому наплевать совершенно. Так, а мы походу где-то уже это, близки к выходу. Что это такое? О, тука. Патка. Патроны. Это что такое? Терминал. Давай посмотрим, что в терминале есть. А, нихрена себе, нам, блин, разнесло-то оказывается. Турели. Что, управление. Так, отключить. Всё. А, по-моему, у нас турели. Мы, по-моему, и так все перебили. По-моему, это вообще вход был. Логичный, откуда мы должны были зайти. Нам бы, блин, ещё починиться, потому что что-то это, когда на мини так подорвались, не очень удачно, что у нас просто разнесло вот обе ноги у брони у нашей, у нашего костюмчика. Одной вообще, походу, не вторая очень сильно повреждена. Хотя, честно говоря, такой броне, которая у нас. Так, скелетон там не шевелись. Такой броне, которая у нас, довольно тяжело это сделать, тем не менее, они это сделали, сволочи. Как основной критический урон увеличивает урон от критических атак. Так,
Где вот такие значки? Я вот значок такой хочу. А куда нам дальше идти? Туннель мы зачистили, мы сейчас где вообще выйдем-то? А посмотри, что-нибудь такое жевальненькое быстренько зачистить. У нас сколько? У нас как раз еще минут 10 есть, я думаю. Хотя, наверное, нет уже, нету. 20. Да, у нас времени-то все, у нас серия заканчивается, оказывается. Судя по времени. Ну, как раз я сейчас барахло попродаем и посмотрим, что к чему там, что еще новое появилось. Может, сейчас кого-нибудь встретим. Страшно такого. Как, хлобысь его молотком. Что так долго-то? Обычно гораздо быстрее, только это долго-то грузится. А, вот, наконец-то. Так, это что это, мы где? А, вот. О, ты смотри-ка. Опа, а это мы где вообще вышли? Не понял. А, понял. Я же забыл, что мы шито. А, что за фризы? Что за, блин, тормоза? Проседание ППСа, блин. А, блин. Да я их с тобой так застрелим. Так. Чё, подожди, чё у тебя есть? Ты чё, до сих пор живой, что ли? Не, подожди, а кто стреляет? Эй, подожди, сейчас быстренько дайте гляну. Так, дробовик. Собачатина. Бандана стрелка. На чем? Все, погнали. Так, сейчас разберусь. А где вы вообще, дайте глянуть? Ох, нифига, туннель восток. А, понял. Понял. Так, симулятор, дробовик. Все, это нам ничего не надо. Сейчас быстренько такая защищаем туннель. Вход в туннель в этот. Так, тут что, ничего нету? Это он... А что, он убежал, что ли, скотина? Ох ты, ракеты нашли. А нет, вот он, походу. Все, ерунда это все. Подожди, да я тоже постреляю. Да где он? Тут он. Собака такая, иди сюда. Сейчас молотком, блин, принципиально голову разнесу. На тебе. Бутылка коктейлем, гладкосовый пистолет возьмем. Возьмем вот это теперь. А вот он. Где он? А, вот он, тут падла. На тебе, влобешник, все. Кстати, мы ракет нашли, я так помню, у них стоимость нехилая. У ракет была. Я думал, сейчас зайду, куплю. А что-то к этому-то ломанулся, блин, мужичку. Который продает оружие и так далее, вот, вот в Diamond City. Там что-то такой ценник был конский, что я обалдел просто. Да ну его нафиг. Хотел бы, конечно, одну на две, но тем не менее. Давайте пешкочим, пройдемся в Diamond City, вдруг на кого-то нарвемся. А нам это как раз очень бы хотелось. Давайте вот сюда зайдем, мне кажется, тут мы нарвемся хорошо. По-любому, вот на салке кто-то должен быть. Или гули, или рейдеры. Или вещи, кстати, да. А, чё, по поводу еще груди я не ошибся. Это что? Ну, возьми хладоген, чё там? Чё ж там мелочиться там? Так, ты что? Ты же вон костер есть или что тут горит? Что тут горит? А, ну. В общем, понятно. Так. Теперь понятно, почему тут все горит, а этот труп. Кожная броня, толчок. Да чушь это все. Даже. А, тут какая-то лодка можно была. Понял. Так, лады. Так, все идет. А это что такое? Не, подожди, вот тут вход какой-то. Что это вход? Не, так. Так, хорошо, а тут тогда что? А почему мы мимо проходим, если это у нас тут есть? Точки гуаны, вот, например. Так, наверное, что мне мешает? А ну тут. На все лицо. Ой, на пол экрана мое лицо. Вам-то нормально, а мне что-то как-то вот мешает целиться. Так, что тут где-то кто-то есть. Ну что, боитесь уже, да? А, подожди, так это все уже.
А, ну ладно. Мы уже в Дайвентили, кажется, пришли. Ну и ладно, ну и так пойдет, значит. Что нам теперь? Так. Как сам? Ништяк? Все? Службу несешь? Молодец. Красавчик. Блин, чуть-чуть не хватило до уровня. Ну да ладно. Я думаю, мы, в принципе, там пока починим броню и так далее. Я думаю, в следующей серии 16 уровень, скорее всего, прокачается. Не уверен, но вполне возможно. Хватит, не хватит опыта для этого. Так как я говорил, мы уже зацикливаться не станем на том, что что мы тут продавать, что не продавать. Вот, то есть вот такие мелкие, ладно. А разбор всякого хлама и так далее, это уже между серией буду делать, чтобы просто не тратить время от записи. Потому что очень много. Ну, думаю, да, тут можно найти развлечения. В принципе-то. Вот, короче, чтобы время не тратить, потому что это, в принципе, к игре практически не то, что не относится, к действиям игры не относится. Вот так вот, к экшену игры. Так будет правильней. А, ну все, тем более у нас вот этот барыга все спит. А что, подожди, давай, кету парим. Ну, какая. Не, подожди, подруга. А где подруга наша? Вот она. Что тебе надо? И обмен мне нужен, давай. Да. Забираем. Какого хрена у тебя оружия нету? Знаете, вот это лучше. Одень его и не снимай. Что ты его сняла вообще? Очень смешно. Прям юморист Петросян. Ладно, так, оружие. Оставляем, продаем. А, подожди, тоже продаем. Продаем, нафиг нам нужно. Так, главное, чтобы мой вот этот остался. Основной все мелочи. Так, продаем. Подожди, что я продал? Только что что-то продал. Вот это надо. Назад. Что-то тут еще было, по-моему. Броня. Ну ладно. Вроде все. Так, панталоны, подтяжки, рейдерская броня. Это, скорее всего, то, что у нас ее разнесло. Чинить. Понятно. Так вот, блин, случайно идти продаж. Так, помощь разная. Оставляем. Хлам оставляем. Все. Что у тебя есть? На покупку. Не надо. Одежда не надо. Не надо. Шлика не надо. О, бетон. Так-то нам вот это бы. Бетон. Давайте возьмем бетон. Мультильник, глобус. Нам, короче, надо. А, вот, подожди-ка. Партия стали. А, ну да, там, конечно, ценники конские. Все, пойдет. Ничего больше тебя покупать не будем. Давай. Денег все равно нету. И сегодняшнюю серию мы заканчиваем. Спасибо, что были и смотрели. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Оставляйте комментарии и ставьте лайки. Всем удачи. Пока.